Да, вот как работает вся звуковая система в гостиной. Вся акустика, все усилители вкупе. Так что вот так вот все это работает в сборе. Всем пока! Слышите, гуди, да? Знаете, что гудит?
транс. Вот этот. Вот что он загудел. Перегрузок никаких нету. Надо посмотреть, профилактику сделать. Может быть, кондёр потек какой-нибудь там. Так, все, выключил. Чтобы ничего не было включено. Вроде все. Ну все, всем пока. Это вы сейчас слышали, как работают все четыре пары колонок от разных усилителей. Еще раз говорю, источником была дека двухкассетная Yamaha. Играла дека вторая. Кассета вчера была записана Маршалом. Возможно, я сегодня на работу буду слушать на работе. Кассета Максим. Дека играла через процессор, через так называемое, как он называется там, вот эта штука называется, 8 портов можно свести в один. Из одного смысла сделать 8. Суматра, по-моему, Суматрик суммирует каналы. Не помню точно, не буду врать. С него уже, с этого Суматрика идет на AV-ресивер Yamaha. С него сигнал поступает на другой эквалайзер Ken, вот, с которого сигнал преобразуется, идет на деку Sony, чтобы поймать уровни и выровнять их. Sony отдает на Yamaha, на Onkyo. Onkyo стреляет на Dual, Dual на Pioneer, Pioneer на TIC. Тактик, так, TAC-V90, короче, ламповый германец. Весит, ребят, 50 килограмм вот эта штука одна. Ну, этот еще тоже 20, 28, по-моему, что ли. И вся акустика вот это вот все работает через те усилители, которые я вам назвал. Теперь все, всем пока.